Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, объемные гобелены и батик. Вместе с остальными участниками выставки свой женский взгляд на изобразительное искусство зрителям решили продемонстрировать саровчанки. Члены Союза художников России Евгений Урма, Татьяна Есенникова и член Союза русских художников Александра Маркова-Ерошек. В последнее время, на всякий случай, я натыкаюсь в художественной общественности часто на такой вопрос. Имеет ли право вообще существовать понятие женской живописи? Но я считаю, что девочки должны гордиться своим женским началом и нести его в мир всеми возможными доступными им способами. Александра Маркова-Ерошек выбрала для выставки свои последние работы, которые в нашем городе еще не представлялись. Получилось отобрать весенние и разнообразные по жанрам картины. Несмотря на ограничения по количеству работ, свой женский взгляд на живопись удалось продемонстрировать и Евгении Урм. Всего 3 работы, чтобы они отражали творчество каждого художника, выбирала вот как-то сердцем. Смотрю работу, да, хочу я, чтобы она висела здесь, да. Выставка «Ее глазами» имеет богатую историю. Этому проекту почти 1/4 века. В течение больше чем 2 десятков лет она путешествует по всей стране и с каждым годом находит все новых поклонников творчества женщин-художников. Что интересует наших женщин-художников? Да? Что, какие темы волнуют? Как они с внимательностью и любовью присматриваются к этому окружающему миру? Выставка теплая, даже не по цвету. А вообще вот ощущение, которое здесь появляется, приходишь, вот такой праздник. Встретиться с авторами работ выставки «Ее глазами» саровчане смогут 17 мая на ночь в музее в художественной галерее. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.